Если у вас попала биологическая жидкость на респиратор, дезинфектантом зажимаете зону, куда она попала, и выходите из зоны, размываетесь, меняете полностью защиту. Сотрудники Никольского подразделения Одинцовской областной больницы готовятся выйти в грязную зону. До приема пациентов считанные минуты. Свести к нулю риски заражения медикам помогает врач-эпидемиолог Александр Петров. Впрочем, для многих этот опыт лечения коронавирусных больных не первый. Олег Лебедевский до открытия больницы в Никольском практиковался в Звенигороде. Все, кожных покров нигде не видать. Капитального ремонта в медучреждении не было с 96-го года. С поставленными задачами рабочие справились в кратчайшие сроки без потери качества. В этом убедился глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Потолки заменили, систему вентиляции заменили, линолеум заменили, деревянные двери, окна. Здесь произвели полноценный, качественный, можно сказать, капитальный ремонт. С 96-го года не было никаких ремонтных работ в этой больнице. В Никольском подразделении создано 230 коек, из них 20 реанимационных. Кислород у каждой в реанимации, аппараты ИВЛ. Здесь есть все для лечения больных с коронавирусной инфекцией и даже больше. Здесь есть аппарат гемодиализа. То есть, соответственно, мы также по Московской области помогаем этим больным, тем, которым требуется гемодиализ, то есть аппарат искусственной почки на фоне поражения ковид. С таким больным помощь в Московской области получить, соответственно, есть всего 2-3 учреждения, и в том числе Одинцовская областная больница. Первые заболевшие коронавирусом в регионе из Одинцовского округа. Готовить коечный фонд в муниципалитете начали с учетом немаленьких цифр ежесуточного прироста. В общей сложности удалось оборудовать почти 3000 мест. Это самый большой показатель в Московской области. Сейчас из них загружены чуть меньше 1000. За последние дни мы видим резкое снижение темпов госпитализации. Если раньше нам поступало в среднем в сутки там, человек 80-100, то сейчас поступает не больше 20-22. Тем самым, конечно, там, в 2-3 раза у нас темпы замедлились. Кроме того, это не только наши городские жители, нашего городского округа. Это и Московская область. Частично это Москва, которая забирает скорую помощь из дачных участков. Медики робко надеются, число заболевших COVID-19 продолжит снижаться. Тогда можно будет говорить о переходе медицинских учреждений на штатный режим работы. Скорее всего, процесс начнется уже в середине июня и будет поэтапным. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».